зная и понимая место Беларуси и свое место в системе координат нынешней планеты, я тем не менее, как представитель народа-победителя, обращаюсь к народам стран Запада. Подчеркиваю, мое сегодняшнее обращение к вам, людям таким же, как и мы, стран Запада. Ваши политики сделали очень многое, чтобы вы забыли, кому мир обязан освобождением от фашизма. Обращаясь сегодня к народам Запада, хочу сказать, но вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия провалившихся попыток силового переустройства Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана и других стран. Это все было на нашей памяти. Переустроили. Демократия под крылом натовских самолетов оставила народам этих стран только боль и страдания, жертвы и разрушения, экономический хаос и всякое отсутствие перспектив. И никакое марионеточное правительство, которое вы привели там к власти, не способно сделать цветущий оазис. Последователи нацистов одержимы идеей реванша, но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо усвоили уроки, видимо, поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями. В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выживший под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову. Поздравляю вас с одним из самых главных наших праздников. Желаю героям-ветеранам здоровья и долголетия, а всем белорусам мира, добра и благополучия.